дальше судить женщин в короткой программе. На старте россиянка Ольга Маркова. Бронзовый призер чемпионата Европы 95 года. И вот последних два сезона, я имею в виду сезон 96 и 97 годов, ну неудачно для нее складывается. Просто-напросто может все делать. И вот сейчас, сегодня на этих соревнованиях сделала сложный каскад, тройной тулуп, двойной тулуп с ошибкой. Тройной прыжок Ридбер не исполнила, вращение замечательные, шаги, сама форма, музыка. Вот тройной лутц с ошибкой, двойной тулуп. Ну, просто обидно за Ольгу. Неровно выступает она в два сезона. Замечательное вращение, хорошая скорость, артистичная девочка. И вот падение тройной Ридбер. Ну, просто обидно. Тренирует Ольгу Маркову наша первооткрывательница в женском одиночном катании Лена Водорезова, вот как раз она на ваших экранах, но расстроена. Просто я и сегодня разговаривал с Леной, ну как Оля в этом старте выступит, она говорит, ну не могу сказать, все вроде делает, а выходит на старт, волнуется или волнение, или какая-то неуверенность, не могу, говорит, сказать, на тренировках все сегодня делала, обидно. Вот, пожалуйста, прыжок 2,5 оборота, вообще просто со сложенными руками, никакого маха руками. Мужчина не делает такой элемент, а тройной Ридберг, который выполняет на тренировках, не делает. Хорошая форма у девочки, музыкальная.
4 года Ольге. Она сама из Санкт-Петербурга, тренировалась в Санкт-Петербурге, выросла как спортсменка, в Санкт-Петербурге на себя тренируется в Москве. Оценки 5-2, 4-9, 4-7, 5-1, 5-1, 5-1, 4-8. Вторая оценка 5-8, 5-6, 5-6, 5-5, 5-6, 5-5, 5-3. Ну, посмотрите, вторая оценка 5-8, 5-6, 5-5. В общем, достаточно высокие оценки, а исполнение элементов некачественное. Но, может, есть еще время к основным стартам.